Свердловская область в тройке лидеров среди регионов России по внедрению стандартов поддержки экспорта. Таковы итоги мониторинга национального проекта «Международная кооперация и экспорт». По результатам мониторинга Российский экспортный центр выбрал тройку регионов-лидеров, которые внедрили в своей деятельности максимальное количество инструментов стандарта. То есть создали на своих территориях необходимые условия для осуществления и развития экспортной деятельности в современных реалиях. Как говорят авторы рейтинга, эффективность развития экспорта во многом зависит от усилий региональных властей, формирования инфраструктуры, обеспечения доступности мер поддержки для предприятий. Задача РЭЦ – создать регионам базовые условия для дальнейшего развития внешней экономики. Стоит отметить, что Свердловская область внедрила в своей деятельности 14 из 15 возможных инструментов стандарта поддержки экспорта.